начинается уже третий вид многоборья. Вика Листунова на бревне. Сейчас это сильнейшая команда здесь. И, пожалуй, после этого вида будет уже что-то более-менее понятно. Как легко, воздушно. Тоже 1080 градусов, поворот. Блестяще удается Листуновой выполнить. И вот, дорогие друзья, посмотрите, какие шпагаты надо показывать здесь в упражнениях на бревне. Какие прыжки, размашисто, хорошо. Стоять, стоять, держаться. Их чуть-чуть не хватило. Но это вот коварный переворот сальто. Вперед. Да, с этим приземлением, которое не видно. Но теперь я могу выдохнуть и включиться уже. Она сделала самое плохое, что упала. Вот. Но для нее слишком высокий запас, у нее слишком высокий от Ангелины. Но обратите внимание, что она сделала в начале упражнения твист на бревне. Это, понимаете, с места, ни с какого рода. Вот отойти от снаряда, развернуться на 180, еще сальто вперед и опять вернуться на снаряд. Это очень сложно. Обратили еще внимание, как она делает этот твист? Бывает так, что, например, они прыгают, да. И вращение, оно...